Наша дама занимается своим здоровьем сколько времени уже? Всего лишь 3 недели. О, удивительное всего. Дело. И когда вы начинали заниматься, наверное, лимфатическим массажем, тоже это сначала начали им заниматься? Да, лимфатическим массажем лица, шеи, грудной отдел, ноги, живот, все, все вместе, постепенно. Как и полагается, сначала привести порядок в голове. Что-то сразу начинало получаться или сначала немое тело было, не отвечало? Несколько дней ничего не чувствовала, скорее всего, пальцы непривычные, руки непривычные к такой чувствительности. И так пришлось несколько дней делать для того, как я почувствовала наконец-то свое тело под руками. И потом результаты. Какое место первое в голове проявилось? В голове. Затылок, висок. У меня под лопаткой больше появилось. Вот и говорим, что на данный момент наиболее актуальная тема между лопатками, а это сердце. Да. И подмышки. Да. Удачи вам дальше. Спасибо. В освоении.